Друзья, к сожалению, сегодня утром к нам пришла очередная трагическая новость. Многие из нас помнят и любят российскую актрису Анну Большову. Сегодня рано утром один из российских каналов сообщает нам о том, что утром в одну из больниц города с тяжкими телесными повреждениями была доставлена российская актриса Анна Большова. Как оказалось, у Анны Большовой сильно порезаны обе ноги. Оказывается, Анна Большова находилась на своем подмосковном участке. Она находилась там вместе со своими родственниками и супругом. В какой-то момент, когда они проводили хозяйственные работы по дому, она провалилась в яму, которая оказалась набитая стеклом. После чего, как Анну Большову оттуда достали, оказалось, что у нее порезаны обе ноги. Раны были очень глубокие, и супруг на личном автомобиле доставил Анну Большову в одну из больниц города. Скорую решили не вызывать, так как это будет очень долго. На данный момент информации очень мало, но мы надеемся, что Анну Большову все-таки спасут, и с ним все будет хорошо. Мы созвонились с медиками, которые ее осматривали. Только врач сказал, что раны очень глубокие, придется зашивать. Давайте, друзья, поддержим Анну Большову. Будем надеяться, что с ним все будет хорошо. Подписывайтесь на наш YouTube-канал и будьте всегда с нами. До скорых встреч, друзья, на нашем YouTube-канале.